искам да вземам да мисля. И това е било хабраш, и жена ще така. Здесь ще така. Сделали так приоризм, как памятник на тумана света. Трогать ничего не нужно. И да извиняет тоже. Поэтому он... Но... Таким образом, так и его жизнь. Денег подаю такой комод. Вы, наверное, знаете, да? Историю этого комода. Тургенев Иван Сергеевич подарил ей такой комод. А недавно совсем вначале. Я тебе могу передать. Василий Лещенко, скульптор, подарил нам вот такую книгу. Это начало года именно нашему музею подписал на украинском языке, прислал все свои работы. Мы сидим в январе месяце. Вот недавно я нашла правительство КБССР наградить Иражанджа указ о том, что его награждали. Вот здесь его работа. Почему-то это его первая работа была, но почему-то он это отнес. Дерево Гёте. Дерево Гёте, да. Это вот писатель из Москвы тоже была у нас в гостях. И каким-то чудом она не знала, что здесь это дерево растет. Я это купила, да, что-то. Очень много известных людей там приходят. Это все есть у нас. В фонде лежит, в солнце, я бегу, в солнце. А вот мебель, посуда, кофемолка, все это не можно. Я не скажу. Одежда. Ее вышивки. А что у нее за болезнь была, из-за чего? У нее в чоке Мара убежала. Первая буква от фамилии. Да. А мир мой, даже для этого статуя. Ха. Да, сейчас я вам дам дефизерис.